Так, всем привет. С вами Брикман. И поскольку вчера мы прошли игру, которую я думал, будем проходить еще и сегодня, продемонстрируем нечто другое. Именно, ну, интересную, интересно выглядящую, по крайней мере, игрушку на NES. Одна из длинного списка тех, которые я не играл, но руки чесались. Так. Ребята. Чат, загрузись. Чат, молодец. Так, при этом Кол, привет Дотриф, привет Лиян. Привет Потапон, привет Пивко. Привет Литл Мак, привет Фрэнк Хориган. Удачно зашел. Привет. Музыка из клона Мегамена. На самом деле, она геймплей, она не похожа совсем на Мегамена. Так что нет, это не клон Мегамена. Хотя визуально может так показаться. Привет, Евгений Джонни. Не съел Little Mac, я их все увидел. Привет, Дан Пил 2020. Привет, Адептус. Привет, телефон, который я не заглушил. Увидел и съел. Да, я съел все приветы. Я съедаю все приветы. Чат на стриме съел.
Музыка из Мегенерджи из Good Level. Я знаю, Лаш, я тоже ее именно там услышал впервые. Так, ну ладно. Так, так, так. Так, сразу включим микшер, потому что он всегда в каком-то странном состоянии подвешенном. Сразу по громкости скажите, как звук пойдет. По громкости сразу скажите. Громче, наверное, надо. Вот так, мне кажется, нормально. Или может что погромче сделать? Английский перевод. Жаж. Мажжару. Почти что ниже жар, только наоборот. Ладно, хорошо. Каждую синюю луну, звезды, звездопад начинается. Мне кажется, это не так работает, но нормально. Зато мороженое есть. Зачем ночью есть мороженое? Хотя, может, это не мороженое, луна не синяя. Я тоже не знаю. Звезда какая-то упала. Мне нравится, что здесь мест не хватает для имя. Лучше бы Саку написали, чем Сакур. Сакур как-то очень упорото выглядит. Жажа. Мы будем за Жажу играть. Я галактический император. Дестройда и его люди, и его мужчины захватили мою дорогую планету. Секур, да. Галактический... Галактический мир в опасности. Эти оружия могут остановить его. Ошибись. Пожалуйста, помогите. Звучит весело. Погнали. Е-е-е. Можно вдвоем, кстати, играть. Галактическая битва. Ниндзя в космосе будут, ребята. Мне нравятся опции здесь есть. Здесь есть... можно играть за первого персонажа, за второго или рандомно. И причем рандом перемешает вот этих двух персонажей, и все на этом. Если у них есть оружие, почему они сами не сделают? Так, Little Mac, видеоигровая логика. Давайте, за кого начнем играть? Давайте за Жажу. Как более традиционно. Уровень 1. Вау! База на Луне. Это мы уже на Луне? Вау! Какие чудеса он вытворяет на кнопку удара, на кнопку выстрела. Класс. Первый first encounter закончился плачевно. Я так понимаю, да, здесь... Это больше на Марио похоже. У меня есть Space Suit. Они типа на Луне и жили? А если они жили на Луне, тогда... Тогда на что они смотрели ночью? Давай по эмулятору мультиплеер вдвоем поиграем? Нет, Little Mac. Давай без давай. И тут тоже можно убивать. Я что-то сделал. Не понял, что это, но я это сделал. Привет, Гдор Куб. Привет, Игрекон. На спутник Луны? А-а-а.
Так, на что у нас солнце желтое? Но... Солнце не желтое, Little Mac, не надо. Так, мне надо приноровиться. Ребята, сразу столько сообщений. Привет, Диман. Тоже туповато, недоделанное. Может, ты в американскую версию играл? У этой игры есть какой-то прототип недоделанный. Но это и американская версия, а японская, она нормальная. А у меня есть джетпак, типа. Был. Спутник Луны, это что-то интересное. Вау, как сигает. Мы получили S. Мне нравится, что он садится на шпагат. Это тоненькая полоска с недочерешными глаза, Little Mac. Тогда тебе нельзя играть в Mega Man 3. Потому что там эта полосочка. Да блин! Как он в гору медленно бежит. Блин, здесь 5 контов. Сейчас начнем заново. Летим вниз. Да, эта игра на самом деле хорошо подошла бы какого-нибудь Mario 22. Потому что здесь даже тут не нужно нажимать, тут нужно просто прыгать на врагов и все. Тут даже не нужно нажимать удар. Тут на кнопку удара персонаж разгоняется. У меня есть 5 двойных прыжков. А нет, он у меня временный. А чё, в Mega Man 3 Improvement пофикси эту глючащую полоску на экране выбора уровня. Мы получили мы получили СА, мы можем собрать САС. Сектор САС на барабане. Но пока еще не на барабане. Оу, йоу, это уже какой-то кит-кул. Такими прыжками. Вот и мороженки ходячие. Мороженки все ожили. Или может это естественный народ. Родной лунный народ. Эх, не взял. Эх, куда ты скатился? Скатился. Враги знакомые. Такие много где были. Mega Man Anniversary тоже. Mega Man Anniversary Collection, это самое, это единственное, блин. Если серьезно. Как игру поставить на паузу? Блин, эта игра стоит на паузе только пока вы держите кнопку паузу. Как только отпускаете кнопку паузы, игра снимается с паузы. Вы представляете? То есть... Единственный вариант поставить эту игру на паузу, это зажать кнопку старт и держать ее, никогда не отпускать. Лунный банан. Ну да, мы же уже на Луне, значит это может быть только банан. Вот блин, опять же, Mega Man Anniversary Collection, на чем он там был, на PS2? Это, по-моему, единственное нормальное стоящее переиздание. Несовских частей. С нормальными дополнениями, с нормальными улучшениями. Вот, на мой взгляд, единственное нормальное переиздание. Что там добавили? Там пофиксили какие-то некоторые баги. Там добавили всякие подсказочки, добавили всякие такие новые моменты на уровнях. Там что-то сделали с игрой, как-то попытались улучшить игры. Они просто эмуляторы запаковали в красивую обертку и продали снова. Как все разы после этого. Жалейка, как всегда, выделяются. Ну, жалейка умеют выделиться.
массаж. Complete Works, разве это не саундтрек? Что мне дали? О, у меня есть бумеранг. Ложка игры очень нравится. Да, ложка игры очень клевая. А. Что мне делать с этим? О, во как надо. Ич. Первая часть на SNES нет несколько женского персонажа. Да, там только спасать его. Притворк, что можно сказать, ранний вариант Universal Collection только на PS1. Только в Японии. Что-то нет, что-то, наверное, добавили. Вроде бы саундтрек, если ранжированная поддержка Pocket Station, памяти, карта с экрана, куда еще игры ставятся. Ну понятно, короче, Anniversary Collection, доработанный вариант. Мне понравилось, что там добавили всякие подсказочки от доктора Казака. Там добавили указатели какие-то на уровнях, которые там бы не помешали. В общем, что-то для удобства добавили. Просто хорошо доработали. Они особо ничего не меняли. При этом хорошо доработали. И там, по-моему, еще игра не лагает, да? Амкол, ты не знаешь? У меня есть супер крутящаяся атака. Доктор Казак максимально странными. Ну, на самом деле, на мой взгляд, доктор Казак это имя лучше, чем какой-то, знаешь, когда пытаются придумать какую-то фамилию, звучащую по-русски, но получается какая-то кринжовая срань. На мой взгляд, Казак хотя бы это нормальное существующее слово. Все, раздулись. Каринка, это получилось. Я считаю, довольно мило. Довольно милая клюковка получилась. Безобидная. Доктор Казач. Привет, ты чёрт рисует. Да, Anniversary Collection не тормозит, блин. Это вообще супер. Короче, Anniversary Collection рулит. Все остальные переиздания отстой. Слушай, и так норма, чувак, ты за это. На самом деле. А то надо вверх нажать или чё? Надо как-то сюда залететь. Вот так. Чё такое? Где я? В трубу провалился. Повера побивать. А, вот так. Сас! Yeah! Это, наверное, специальные силы какие-то. А что их использовать?
Есть даже спиндэш, ребята. Вы видали? Обычно вы крутой резерв для слабаков. Да. Вау. Это интересное развитие событий. Ну, падлы. Готовьтесь встретить смерть. Вау. Теперь можно эти реверсы делать или же баловаться. Я сейчас упаду. Воу! Так, надо допрыгнуть. Сейчас допрыгнем. Тысяча очков на барабане. Так, что у нас дальше? Не хочу свалиться в яму. Наверняка внизу было что-то секретное. А здесь опциональное. Или наоборот. У меня самая главная дилемма в видеоиграх, когда я вижу в платформере два пути, я сразу схожу с ума и не знаю, где, а где секрет? А куда надо? Блин! Я не понимаю. Что, если я не угадаю? Что будет? Ух ты! Страх какой! Ау! Дабл килл! Капец! Окей. Да, буква реально САС. К сожалению, я не знаю, как... Да блин! Ты меня троллируешь. К сожалению, я не знаю, как использовать этот САС. Для чего он? Может, в конце уровня мне что-то предложит? Да блин, я не могу попасть до него! Сейчас меня откинут уже в начало уровня. Или нет? Или не откинут? Окей, не откинули. Хорошо. Ну все, козел, приготовься встретить смерть. Окей. Шарик тоже не канает. Какой сложный босс внезапно. Которому нужно напрыгнуть на башку. Встретил смерть, да. Козел приготовился встретить смерть. Да блин! Он просто двигается! Какого черта я подыхаю на нем? Дракон, блин. Чего у тебя такая мания все время обсирать игры, если они на что-то похожи? Если игра на что-то другое похожа, то не значит, что она плохая. Господи, на смайлы разлетаются. Взрыв радости. Есть. Кто что за альбинос? Спасибо, землянин. Ты отлично постарался. Полезные предметы, скрытые в трубах. Ну, год игра. Блин, не помню. Так, что там был за уровень? О, космическая крепость. Ух ты. Ну это точно космос. Ваше НЛО. Не успел рот открыть. Минус два конта. Жесть. Кто бы мог подумать, что игра такая сложная. Но справедливости ради, тут подыхаешь с одного касания, так что... Неудивительно. Длиться здесь всегда можно очень быстро. А вам, ребята, штраф за неправильно припаркованное НЛО. Интересно, будут в будущем космические стоп-хам расклеивать, обклеивать
неправильно припаркованные космические корабли. Звездочки танцуют. Ха-ха-ха. Еще 3Z. Третьим Б. Эту шутку оценили. По достоинству. Я чувствовал, что что-то не так. Видали, что творят? ВВВ отдыхает. Первом Б. В детском саду. В дошкольном... В ранней группе детского сада. Музыка похожа на что-то, на какую-то другую игру. Если я, может, еще раз услышу, я скажу. Ясельная группа смеялась, да. Питательница, правда, заругала. По-моему, похоже чем-то на музыку из Кота Феликса. Не знаю. Местами. Как тебя правильно запрыгнуть? Блин. Не каждый раз не понимаю, как туда правильно запрыгнуть. Скотофеликс. Да. Опять техно-бит пошел. Вау. Крутая в плане графона. Почти что Kirby на NES. Да. Еее. Жалко, жабка не умеет сама двигаться вперед. Наверное, наверх надо. Жабка. Kirby классная. Kirby топ. Кирби топ. Я, правда, полностью видел только Кирби на NES. И он крут. Когда-нибудь я его тоже постримлю обязательно. И делайте шутки только на сервере Мегамерики в канале с мем, где валюты флут. Каждый второй мем. Ну, как же не посмеяться? Я в классе Б учился. Не стоит на него гнать. Скорочтение полстраницы в минуту за счет на уровне таблицы умножения. А класс был крут. Класс. Скоростное чтение решебника. Скоростное переписывание. Класс Б тащил. Это вышло вообще. Представь себе, Мкол, я просто посмотрел, как выглядит эта игра в действии. Я ее, собственно, никогда и не критиковал. Разве что только в шутку. Типа персонаж слишком жестокий. И все на этом. Я не говорил, что мне не нравится, я говорил, что он очень жестокий. Так, надо с разбега. Интересно, что будет, если собрать 3 одинаковые буквы? Есть ли смысл? Ау. Бомбануло. Персонаж опасный. К нему близко подходить нельзя. Это...
Лиан, Кирби это как ни крути, это ходячая черная дыра. Черная дыра, она ведь опасна. Как же так? Как же так? Играем на Famicom или это уже Famicom Disk System? Это Famicom. А чё, у этой игры есть версия на Famicom Disk System? Я что-то не видел. Да, Амкол. Но, Кирби крут. Куда ты ушел? И казалось, ты сейчас лес спасни. О. Ну, блин, графенистая. Я не думаю, что игры... Блин. Я не думаю, что игры с Famicom и Famicom Disk System сильно отличаются по графону. Блин. А как мне допрыгнуть туда? Не очень понимаю. Надо попробовать заспамить этого товарища снова. Так, он не появляется. Окей, что-то я не понимаю, значит. Какие-то механики тут еще есть. Как туда допрыгнуть, я не очень понимаю. Как туда допрыгнуть? Черт. Чё за картинка? Блин, у меня время тут на паузу не ставится. Чё за картинка? О. Самое страшное даже не это. Самое страшное даже не это в этой картинке. В том, что от него самого ножом отбиться не получится. Если кинуть в него нож... Он его съест. После этого нож вырастет у него в руке. Что, видимо, и произошло. В этой ситуации. Да блин, как туда запрыгнуть? Я что-то не понимаю. Каких-то механик я не знаю. Ты. С тобой что можно сделать? А, я могу цепляться за все. Блин, я думал, я могу цепляться только за вот эти шершавые стеночки. Я понял, как это делается. Окей, я понял. Тут... Окей, тут специфично. Тут специфичный тайминг прыжков. Тут надо... Тут надо отжиматься не сразу после прыжка. В смысле, отжимать, отталкиваться от стены не сразу после подъема, а через какое-то время. Если сразу отлипнуть, тогда персонаж прыгнет низко, а если чуть попозже, тогда он прыгнет повыше. Не, не поможет, Вол. Огнем он дышать тоже умеет. Ничего не поможет. И бежать только надо. Время! Время или нет? Интрига пошла. Мы успели, наверное. Привет, когда мразь.
Круто, круто, я тоже восьмерочку люблю. Восьмерочка это круто. О, красавчик. Ау. Наверное, нужно именно по центру бить. Блин, подпрыгиваю высоко, высоко. Надо прыжок держать сжатым. Тут немножко специфичное управление. Немножечко. Не сильно, но немножечко специфичное. Все, лох. Нужно больше, чем одно касание. Да, могли бы хотя бы дополнительный хитпоинт давать. Хотя они, в принципе, так и делают, на самом деле. Кто это? Я не вижу, что это за упоротый товарищ. Я не вижу его лицо. Давайте персонажа убьем чуть в другом месте. Вот, отойдем. Хочу посмотреть. Класс. Удобно, наверное. Удобно, наверное, с этой... фигней вокруг носа. Почему вся падают всякие усатые челы и собаки? Тут такая жизнь. А что тут написано? Еще раз. Сообщение, полезное сообщение. Остановись и перепрыгни через огненную землю. Спасибо. Берегись, огненная планета. Жесть, вы посмотрите на это. Тут похоже, тут один кусок камня, на котором можно стоять. Все остальное это огонь. Тут не на что прыгать. Летить. У холмов есть глаза. Фигня. У костров есть глаза. У огня есть глаза. Потная планета, да, точно. Ну что ж, ребята, кажется, катка будет потная. Блин. Я не знаю, Евгений Джонни, что за картинка. Я без понятия. Я первый раз играю. Возможно, кстати. На что он только активируется, я не знаю. Как-то один раз что-то получилось в воздухе сделать. Что-то особенное. Хотя нет, наверное, это еще значит, что мы ни одной буквы не подобрали в этом уровне. Жалека любит делать всех сырок именно 5 контов, которых часто не хватает. Ну, стандарт. Что, меня не Валентин назвали? Ау. Что ж. Надо было проверить. А почему должны были? Было бы круто, если бы меня назвали Петрович. В качестве имени Петрович. Вроде есть какой-то персонаж. Каких-то русских саркастичных... менять этих карикатур, которого зовут Петрович. Петров Водкин. Удивительно, что я отпрыгнул всего хотя бы один раз. Так, ладно, у меня ноль жизней. Все, теперь мы не тупим.
Бигзани Валентин. Торонто, как известно, стоит на канадской земле. Жесть. Это был очень ранний карикатурный интернет-комикс эпохи Диалапа. Был меймастером еще до Масяни. Я когда-то его по телеку показывали, не знаю. Там то ли интервью, то ли еще что-то, не знаю. В общем, показывали каких-то... При каких-то обстоятельствах. Петрович. А в этой игре от Джалеко, как она называется... Totally Red. Упоротая игра, еще одна. О, я ее уже стримил. Там тоже вроде 5 контов, хотя я не помню. Че ты потеешь? Жаришься здесь на месте стоять. У него что, разные анимации? Ничего не делание? Стримил Red Gravity? А, ну да. Да блин! Что такое? Я тороплюсь. Что у него за дубина? Это оружие, которое дал какой-то там... Космический крендель. Это космический СЭС. Погремушка. Да, типа того. У девушки здесь молот нормальный, а у этого какую-то погремушку дали. Пробуй за девочку. Обязательно. Блин, вот неприятно, когда оно в воздухе внезапно посреди прыжка заканчивается, и ты такой, блин, а что я сейчас буду делать? Долечу ли я? Totally Red я сейчас упомянул. А я не так, что ли, сказал? Да блин, почему я так не могу перепрыгнуть здесь? Так, все, больше не умираем. Если чё. Я специально хотел довести, чтобы такого состояния, чтобы интрига была до конца игры. Мы не умираем. Тихо, спокойно. Я не помню, я помню, что я ее играл, но проходил я ее или нет, в смысле, стримил я ее или нет, я не помню. Я не помню. Это только, наверное, Лаш может ответить. Пипец, ты что, на месте стоять не можешь? Это было сейчас. Статистический ниндзя, статистический самурай? Ну, наверное, ниндзя. Можно, Амкол. Блин, платформа. Черт, они рассинхронные. Это плохо, это плохо. Это значит, если с первого раза не прыгнуть... То мы тут живем теперь. Самураи круче. Ну. Интересно, исторически было ли доказано, кто круче? Самурай приедет на лошади в броне. И скажет: выходи, падла! И никто не выйдет никогда. Потому что ниндз никогда не видно. Его в подростковом возрасте смотреть Самурай X. Его, по-моему, по СТС показывали когда-то. Но я его особо не застал. Хотя вроде помню, что он где-то был когда-то. Так, ладно, прыжок веры, ребята. Отлично. Тут как с Бэтменом на марафонах было. Или с этим, с Thunder Force. Как-то место проходить. Надо прыгать сразу же. Блин. Ну. Надо за девушку играть.
Ладно, ладно, Вол. Не надо нам тут культурных... культурных обсирательств. Лихие казаки. Всех порубят. Надо сразу прыгать, иначе платформа рассинхронизируется, и потом фиг поймаешь. Можно просто так сделать. Наверное, так и нужно. Вот почему она не синхронизируется, она и очень далеко летит. Вот она. Спорим, тут есть секрет. Ладно, я пошутил. Класс! Медленное опускание меня в этот... в огонь. Медленный прожар. Конечно, умею там кол. А то, что ты не видел этого, это лишь доказывает тот факт, что это ниндзя. Вот ты, например, не знаешь Амкол, но ниндзя... ниндзя может быть у тебя в комнате прямо сейчас. И хорошо, если один. Их может быть штук 10. Блин. Блин, вот... Чёрт. Вот тут мешает то, что все эти механики, они отключаются посреди прыжков в воздухе. Ниндзя обычно на потолке сидят, ну да. На самом деле у них всякие интересные... Нет, это что, призет, это только американские ниндзя умирают, падая с тумбочки. Те же самые ниндзя, которые бегают посреди бела дня. В парках. Типа как в этих фильмах. В дерьмовых американских фильмах, знаете? Раньше много американских фильмов было, где всякие рандомные какие-то ниндзя носятся по всяким паркам посреди бела дня. Что-то вообще-то настоящие ниндзя, просто ты их никогда не увидишь. Тебе что-нибудь прилетит в спину, сюрикен, в башку, в череп, и все на этом. А по этой стенке лезть нельзя. Не по всем стенкам можно лезть. Тихо. Нет! Зачем я сюда побежал? Thank you.
Ауч. Тихо! Блин, опять я упал. Жалко эту секцию, да. Блин! Жалко, я не могу с места прыгнуть высоко. Получается как-то не очень удобно. Тихо! Тихо, не падай. Главное, не падай, зараза. Во. Могли. Ладно, все, теперь мы не падаем. Странно, что есть проход, но мы при этом прыгаем в эту фигню. Какое неудобное управление? Не, оно нормальное, к нему просто привыкнуть надо. Но оно специфическое, но я не сказал, что оно плохое. Персонаж делает все, что от него надо. Когда если правильно действие нажать. Так вот, я не понимаю, как сюда залезть. Тут надо нажимать вниз или нет? Или вверх? Ау, не бейся башкой потолок. Это маленькая комнатка Евгения Джонни. Она не должна долго играть. Надо вверх нажимать. Во, я понял. Флэшбэки тоже специфическая. Флэшбэк. Смиритесь. Блин. Сел на пушку. Писька. Да блин. Дайте вылезти отсюда. Бэт топ игра раз 10-20 проходил. Пойду смотреть, как другой стример чавкает. Ну тебя... Не надо, я не ча... Я не обещаю, я не буду чавкать. Нет, ребята, во флешбеке управление, ну реально, оно максимально неудобное. Вот серьезно, даже если... Если даже не брать во внимание вопрос привычки, оно просто... Там сделали две разные раскладки, когда нам нужно для двух разных режимов. Хотя могли бы сделать одинаковую для и того, и другого режима. Из-за этого неудобно. Это как менять язык, понимаете? Это как если у вас на клавиатуре при переключении языка, я не знаю, клавиши местами перемещаются все. Это же неудобно. Это просто неудобно. На одну кнопку достать, на другую кнопку убрать, на одну кнопку сесть. В режиме... Так, ладно. Давай не будем про флешбэк. Пожалуйста. Так, как мне... Блин. Опасное место. Короче, в интерфейсе не должно быть режимов. Ну... Я просто... Ну, блин, как вот описать, я не знаю. Ну вот, окей, вот пример, хорошо? Я не могу все описать, потому что мне для этого надо еще раз запускать флешбэк, а мне не очень хочется. Но могу для примера, из того, что я помню. Вот там во флешбэке, и вы мне не можете сказать, что это так и надо, и это нормально, и типа к этому можно привыкнуть. Флэшбэки, как если присесть, с пушкой, нажать вниз один раз, персонаж присядет и будет сидеть все время. Если в стоячем режиме без пушки
нажать вниз, чтобы присесть, персонаж присядет, но он будет сидеть только если вы удерживаете кнопку вниз. А если вы отпустите, он сразу же встанет. Вопрос, нахрена в этих двух разных режимах персонаж приседает по-разному? Какую пользу это вносит? Вы мне не можете сказать, что это так и задумано, это так удобно. Ни хрена это неудобно, в каком месте это удобно? Ни в каком. Поэтому флешбеки плохое управление. Перед утром прошлась про ретро и предложку, сидела один стример, который стримил в 9 на ачивке, все интересно рассказывал, прочее другое, у которого молчал 15 минут, изредка чавка и свистя. Угадайте, у кого больше зрителей. Ну да. На самом деле, это даже более логично, когда зритель, когда стример, который чавкает и свистит, у него больше зрителей. Потому что ему надо меньше стараться. У него уже все есть. Окей, я прошел. Очередной босс. Будете перекатываться, полезно сидеть и не ходить стоя. Кто мразь, в бою и ходить, и перекатываться, и кнопки нажимать тоже нужно. Так, а кто у меня босс? Я вижу два каких-то странных агрегата по бокам. Заставим посинеть. Молчи, падла. Что я делаю, собственно? Я наношу ему урон или нет? Блин. Что-то я так и не понял. Наносил ему урон или нет? Жаме овия. Привет, Алекс Майл. Так незачем сидеть без пушки, поэтому он и стоит без пушки, все логично. Нет, и враги. Нифига! Нифига! Блин, ребята, как раз таки во время простого платформинга тоже нужно приседать, допустим, перекатываться, какие-то действия выполнять. Как раз таки было бы полезно. Так что нет, ребята. Не считается. Реветь сразу начинает. Лучше не заставлять ее утруждаться. Модный прикид. То есть в детстве почти прошел целиком. Флешбэк в детстве я несколько экранов прошел. Мне кажется, флешбэк переоценен. Правда. Меня он вообще не зацепил. И геймплеем тоже. Вот вы говорите, о, второй уровень такой крутой. Это прям GTA. Там Алекс говорил. Второй уровень такой крутой. А по мне это совершенно нынешняя хрень, в которой нужно бесконечно круги по одним и тем же локациям наматывать. Без причины.
Так что мне кажется, как-то немного он переоценен, этот флешбэк, хотя бы. Без шуток, если серьезно. Хотя бы в каких-то аспектах. Осталось только Silver Gun Another World посмотреть. Да, типа того. В Another World, я не знаю, лучше или хуже, но там... Там везде ваншоты, то есть там можно миллион раз на одной секции подыхать и сходить с ума. Но, тем не менее. Нет, пиявок вначале так увлекательно вообще не было считано. Но я не знаю. Я не знаю. Я видел почти все прохождение, наверное. Этого Another World. А может быть и все. Но мне особо нечего сказать. Вообще, мне кажется, из всех таких игр самое лучшее это Принц Персии на Супер Нинтендо. Потому что она наименее европейская из всех таких игр. Ау, я поторопился. Она наименее европейская. Потому что ее допиливали, эту версию допиливали Konami, по-моему. Или выпускали. Она, на мой взгляд, самая прямая. Чё ещё? Black Thorn. Ну, Black Thorn тоже уныленький довольно. Построк в этом уровне. Опять сажу подобрали. Игрушка вообще прикольная во всех аспектах. Ближе к Персии. Ага. Так, тихо. Не повторяем одну и ту же ошибку. Нет, это не Соник. Вообще этим бумерангом не пользуюсь, надо пользоваться почаще. Ванскейп лучше флешбека? Да, да, определенно. Ванскейп, блин, если бы он не скатился в уныль ближе к концу, он был бы вообще офигенным, на мой взгляд. Вот он скатился в уныль ближе к концу. В этом проблема. В Ванскейпе есть офигенная музыка, а в флешбеке только сраное какое-то щебетание непонятное в начале, и больше никакой музыки никогда там нет. Мне говорят, что там есть музыка, она играет какие-то крутые моменты. Если вот это вот сидишь так в тишине. И все. Это музыка, по-вашему? В Ванскейпе музыка, а саундтрек офигенный. Я его даже на Ютубе переслушивал несколько раз. Да ты, Ричизм 2! Вообще! Да как ты догадался? Натуре, жесть! Да,
во все крутые моменты игры. 3 секунды в час. Как правильно? Слушай. Абсолютно точно ты выразился. Ванскейп, он и гораздо более атмосферный, на мой взгляд. Всякая... там более крутая атмосфера, более крутой сеттинг. Единственное, что в Ванскейпе отстойно, это вторая половина игры. Ну, не только вторая, но такие моменты, когда она вот прям с какой-то самоповтор начинает скатываться. Последняя локация ужасная. С этими бесконечными складами. Меня даже не раздражает Return to the Light. В город, в котором мы бегаем 90% игры. Меня даже это не раздражает. Потому что хотя бы атмосферный город-то. А вот склад пустой, на котором ни хрена нет, вот он меня бесит очень. Вот к чему это? Мне кажется, мы что-то можем сделать с этими зверьками. Мне кажется, мы от того, какую букву мы выберем... Блин. Чёрт. В полном автобусе не бывает тишины. Если нет, когда тихо становится. Мастерство нужно. Напиши книгу об этом. Такими зверьками. Вот там сейчас был зеленый какой-то зверек в углу, в правом. Да блин. Хватит назад сдавать, падла. Кто там за рулем? За рулем кто-то бухой очень. Ландскейп вообще крут. Он, как минимум, он атмосферен. Я о нем в основном только хорошее вспоминаю. Там столько музла крутого. Егор тебя поблагодарил, усатая собака. Я бы гордилась. Конечно. Заслужить благодарность собаке. Да еще и усатой. Это жизненная цель многих из нас. Эх, в гору так сбежать не получается. Сейчас попробуем разного собрать. Попробуем собрать 3 буквы S. Посмотрим, что получится. Надо в центр прыгнуть. Зажатая кнопка вверх. Блин! Мне кажется, ты что-то неправильно понял. Мне кажется, ты что-то совсем неправильно понял.
Жабка, залезь в трубу. Жабка не пролезает в трубу. Усатая собака, это не про меня, если что. Если тебе так показалось. Чем тут жабка дают? Может, introduction? Может, первый раз, типа, показывают? Блин, опять сажу сейчас соберу, случайно. Ух, еле перепрыгнули. Блин! Ай, я все время забываю, что если... Если зажать вверх, то персонаж останавливается вертикально. Если нажимать, если вниз зажать тоже. Поэтому направление лучше не нажимать. Ладно, не будем брать жабку. Какие-то флешбеки от этой игры. Может, играл немного. Это как у меня с трехглазом. Мне, в котором мне кажется, что я... Что слишком много знакомого, хотя я вроде толком ее особо и не видел нигде, и сам не проходил. Но при этом у меня постоянно что-то кажется знакомым. А вот это я видел, а это я проходил, а здесь я был. Хотя я сам не проходил никогда, и большую часть игры я не видел никогда, и... Не знаю. Парадокс. Куда пошел? Прошлой жизни? Да, точно. Альтернативной вселенной. Тоже кажется, что я играл в нее давно. Значит, мы оба из альтернативной вселенной. А вот тот уровень, на котором мы еле успели. О, а как это сейчас было? Какой-то мощный сейчас подрыв был. Здесь нет пробития, так что я не играл. Ты играешь только в игры с пробитием? Много таких? Одна? Изи. Вот, опять зверек у меня другой какой-то. Могу с ним что-то что-то сделать? Что-то эти звездочки делают, еще непонятно. Танец, понятно. Иди гуляй. Спасибо.
Блин, мы только до третьего уровня дошли. Знаете? Как недалеко. Пришло время пригореть. Жарко-то. Периодически персонажи перегреваются. Да. Согласен. Как раз можно все противные платформы скипнуть на джетпаке. Как вчера гонка прошла? Ты долго собирался домой, что все пропустил. Но она прошла. Где? Почему платформа не заспавнилась? Она не заспавнилась. Надо просто с разбегу прыжок сделать. Я тут думал, а че я в первый раз не пропрыгал? У меня платформа там просто не появилась. Почему-то. Не знаю почему. Я вчера пришел вторым. Нет, я не победил. Я очень плохо играл. Я доходил до конца секции 50 раз и сливался в самом конце. На самом легком месте. Это как добежать до финишной черты и после этого отбежать на 15 метров назад. Потом добежать еще раз и отбежать снова. Неправда? Ну, я мог бы играть лучше. Это, наверное, правда. Ну, ладно, я, собственно, не сержусь. Я не сержусь. Полетели. Спидран. О, можно выносить шарики, я не знал. Оно! Жажа вертелся в прыжке. А этот поверап такой дает возможность вертеться в прыжке. Тихо. Да блин, почему он улетает в яму? Где справедливость? Есть повераб, который дает возможность крутиться в прыжке. Можно самому раскрутиться, если кнопку бега подержать. Пенни, хватит С подбирать, я хочу Ж подобрать первый хотя бы раз. Куда я прыгаю? Куда надо? Вау! Мне не нанесли урон. Естественным образом.
этот поверап дает возможность крутиться. Интересно, дает что-нибудь дополнительная броня? Вау! Да куда я сейчас так подлетел? Здесь только в одном месте в словаре. Это к чему? Ау. Да блин! Получи, падла. Да блин! Спидран! Просил, ну и где справедливость? Везде. О, еще одни усы. Огненные усы. Черная дыра — это плохо. Не потеряйтесь. Ну что ж, согласен. Астероиды? Надеюсь, шмапа не будет сейчас. Спасаешь королевство усачей? Воу! Внезапно! Автоскроллер! Мне уже страшно. Да, мы спасаем галактическую ассоциацию усов. Блин, чуть-чуть не хватило. Сейчас все будет. Да блин, я тороплюсь. Спокойно. Сейчас все будет. Блин. Чёрт. Сейчас всё будет. Жду. Надеюсь, мы не потеряемся. Фу. Наверное, отверть ее в конце наградят усами. Мне кажется, этого врага лучше не трогать. Ему и так плохо. Ладно, я случайно. Я попытался перепрыгнуть. И этого тоже я попытался перепрыгнуть. Что за жесть здесь творится? Наверное, астероиды — это... как космические хостелы, знаете? Thank you.
буду тут с игроком 5 с плюсом. Я не хочу знать, о чем ты. Я не хочу знать об этом. Она, кстати, немного выше прыгает, мне кажется. Или, может, это из-за поверапа какого-то. Возможно, вот эти буквы дают какие-то поверапы. Мультфильм такой? Не, я... Мультфильм-то я знаю. А, усов крота похожи на усы. В этом плане. Я просто не понял, что, о чем именно. Что это означает. Теперь понял. Хотя бы такие. Хотя бы такие. Я что-то никогда так не обращал внимания. Это похоже. Ау. Да я нажимал! Блин. Черт. Теперь ты не сможешь этого развить. Я это еще не открыл, Артветер. Так что не переживай. Я этого и не видел еще. Не знаю. Не знаю, я никогда, никогда не видел здесь усы. Не знаю. Я и сейчас не вижу. Так что ты мне ничего не испортил, не переживай. Я так, может, если я посмотрю кучу мемов, я тоже приду к такому выводу. Но пока что-то как-то не знаю. Не убедили. Да, кстати, марафон, который будет на следующей неделе, будет целиком из NES игр. Как вам такое? Будет целиком 8-битный марафон. Игр, которых еще я не стримил. Свежак. Ну, в какой-то степени. Когда будет марафон? В воскресенье, следующее. Да. Марафон в воскресенье. Я еще, знаете, что думаю? Да, через неделю. Ровно через неделю, в этот же день. Через неделю. Я еще думаю... Так, ну игру для этого останавливать не обязательно. Я не думаю, вернее, а... Хотя ладно, неважно. Там в том-то дело, что я не думаю. Надеюсь, стримы по Java играм тоже будут. Может быть. Но сейчас я уже не уверен, к сожалению. Да, блин. Ну да, можно для прикола показать Мегамена. Амкола не допросишься. Показать Ява Мегаменов. Скажу сам. Это стоит видеть. Но третий... Опять же, третий Мегамен на Яве, по крайней мере, тот, которого я играл. Он на самом деле хороший, никто не просил. Амкол, я же просил показать Мегаменов на Яве. Первые два Мегамена, это ржач точно гарантирован, а вот третий Мегамен уже реально, порт очень даже хороший. Когда ты просил, может быть во сне, но тем не менее. Не надо искать, что сразу надо искать оправдание. Ты, куда мы попали? Воу. Куда мы попали?
Графон пошел. Да ладно, Амкол, я пошутил, что ты так серьезно отнесся? Ты ж стрелил мегаменов на досе. Чем не логичное продолжение упори? Но я могу и сам. Мои глаза помыты с мылом. Еще нет. Так, я назад иду, мне не надо сюда. Я сейчас приду в начало. Локация меня хочет запутать. Меня не проведешь. Обязательно демо-версию, чтобы сложнее было. Какую демо-версию? А, это какой-то своей фигни. Так, ну и куда здесь? Верхний? Конечно же, верхний. Да позади верхний. Почему я не могу верхний зайти? О. Это секретик. Сердечками стреляем. Чат отвалился. Ладно, хоть стрим жив. Точно отвалился? У меня появилась надпись «Добро пожаловать в чат». Феррари надо стоять сердечками. Так, очень актуально. Нужно полить сердечками. Так, сейчас посмотрим, что я там пропустил что-нибудь. Ктулха. Что здесь Ктулха? Пришелец это поганый зеленый. Сердечко пад сделать. Рамочку из сердечек. Да. Эх. Блин! А я могу их убивать. Я что-то думал, что они неубиваемые. Батлтотс пошли. Классный смайлик. Дрич! Вот это комната. Ладно, чувствую, я близок к выходу. Запутать меня у них не получится. Я в Мегамейкере столько уровней с такой фигней переиграл. Под столько, наверное, подразумеваю штуки 3, может, 2. Жесть какая. Да вообще. Разве Ктулху пришелец? Что в нем пришельческого? Да блин. Да блин. Падла.
Это Ктулха младший. Малыш. Бабадыщ. Музыка не закончилась. Сейчас что-то еще будет? А, нет. Восьмерочку спасли. Спасибо. Ты отлично справилась. Сильные роботы прячутся возле Excess Walls. Это что значит? Кубическая планета. Легчайший босс. Да. Этот босс был лох. Ух ты. А этого врага сперли в Мегамон X. Хотя, может, Мегамон X вышел раньше, не знаю. Вот так, точно такой же враг, а идентичный просто, есть в Мегамон X. Только там он... деревья выпиливает таким же образом. Да, очень интересный фон. Да, еще молоток не кидает. Улучшили, явно. Опасно. Выкидывай, убегай. Тыч! Да блин! Жизнь подобрал, да? Тут дают иногда жизни. Редко, правда. Но все же дают. А у меня же есть. Да блин! Иди отсюда! И странные враги. Воу! И страшные. Как же тут страшно-то? Это тоже не качается? Кончается! Оно внизу отмечено. О, я подобрал еще. Куда мы прыгаем? Я не вижу. Окей, я не упал в яму. Я был близок к ней. Интересно, на двоих здесь игра одновременно или по очереди? Раз пишет плеер один старт, наверное, по очереди. Что довольно отстойно. А еще эти враги бесконечные. По очереди, походу. Так. Вау. Опасно. Жалеко. Не забывай. И странные враги все же. Спасибо, блок в потолке, рандомный.
Да, можно. Привет, Лойсон, это Мегамен? Неа. На самом деле, эта игра по механикам на Мегамена совсем мало чем похожа. Визуально могу понять, но не геймплейно. Она больше похожа по геймплею на Марио. Не знаю, почему по очереди. Некоторые просто вклинивали просто так. Вон, в Робокопе 2, например, на кой хрен там игра по очереди нужна? Кто будет в Робокопа 2 играть по очереди? Зачем? Но... Блин, не надо падать. Но, тем не менее. Лететь надо. Спин джамп. Крутой поверап. Самый быстрый уровень. Не был такой же поверап. Он, наверное, мне кажется, много где был. Еще в какой-то игре был. Ниндзя Гайда не был, точно. Так, конкурирующая фирма с молотком. Получи, пап. Вау! Мне кажется, я его зачизил. Кубического короля мы спасли. Квадратные усы. Говоришь, плохо играешь? Да. А сейчас будет ледяной уровень. Наверное, с ледяной физикой. Страшная ледяной уровень. Не просто хоррорный уровень, а ледяной хоррорный уровень. Все поверапы сделали бесконечными, и поэтому сальтуху можно выключить все равно до конца. А вот это Super Mario 10, типа, да? То есть, в смысле, на эту игру есть хак Super Mario 10. То есть, ее уже переделали под Марио. Значит, я так и не понял, это шутки были или нет. Про это. Ребята, тут есть ледяная физика. А, на Джеки Чана. Да, мне тоже показалось, что призраки усатые. И бровястые. Или это какие-то пластыри у них поперек лица наклеены. Шалон. Блин. Мне нужен тот поверап, срочно. Опять САС. Да что ж, я все время собираю или САС, или САЖ. Почему первые две буквы у меня всегда одинаковые? Всю игру. Да, поперек какого? Лойсон. Интересно. Может, поперек царапины или пореза? Или прыща?
Блин, поверап! Куда уходите, твари? Нельзя, закон. Окей, я сначала думал, что это нужно запрыгнуть. Это пираты тут у нас. Пользу воображение, ссылки дать не буду. Мне воображение использовать не надо. Это на... наоборот, иногда полезно его умерить. Можно на лоб. Ау, да что ж такое? А это... Тихо, спокойно, спокойно. Платформа, не подведи меня! О, господи. Чудом спаслись. Видимо, недостаточно разогнались. Блин, разгон. Разгон заканчивается. Наоборот, чем меньше места перед прыжком после разгона, тем лучше. Тут хитбоксы как... Тут хитбоксы шипов, тут же шипов приоритет. Нет. Так, ладно. Конвейер. Ты откуда вылез? А это уже в другом месте? Ты. Видали? Я практически не заметил никаких изменений. Как будто мы телепортировались. Мгновенно. Страх какой. Окей. Можно и так. Ух ты. Ха, я правая рука дестройды. Его... Как Savageness, не знаю, как перевести. Короче, он крут, но нет, он лох. Земляне, вы должны остановить его! Он силен. Будьте осторожны. Агрессивный сюжетный прыжок, да. Вау! Я бы на такую планету не полетел. Дикарство? Типа того, наверное. Вау. Сразу видно, злая планета. Сразу же нас встречает злое облако. И дрить. И злые самолеты.
А ну хоть бомбы они сбрасывают. Пока что. Нет, там были поверапы. Черт. Чем-то я похож на мелканадц. Чем-то точно. Вау, воу. Как опасно. Раны самолета. Интересный эффект в конце уровней, да. Ау, да я ж видел платформу, надо было целиться на нее сразу. Тут графонистые. Блин, правда, я что-то не посмотрел, какого года игра. Блин, поторопился. Эффекты должны быть такими? А, я думаю, что да. Как может эмулятор не тянуть? Я не знаю, бывают ли такие случаи, что на NES игры некорректно эмулируются? Вообще бывает такое? Я только знаю одну игру, которая на половине эмуляторов нормально не работает. И она пиратская, корявая. Бывает? Примеры какие-нибудь? Можно? Нет! Надо было не так, надо было направо. Это первый год. Но неплохо. Еще не самый конец жизни. Нес. А 85 год это другая совсем. Просто у этой игры есть серии. То есть есть серия Ninja Jajamaru. И не только Ninja Jajamaru. Короче, вот который. Есть же еще очень старая игра, Ниндзя Кун называется, там красный такой ниндзя маленький, за него играете. На многоигровках часто попадалось. Вот это вроде первая игра из этой серии. И в ней куча игр, на Супер Нинтендо тоже есть. На Супер Нинтендо есть отличная игрушка из серии, можно там вдвоем играть. Тихо. Ух, какая вонища тут. Музон эпичный прям. Из кроссовер с Хаттори Куном? Нет. Слава богу... Ау. Блин. Слава богу, эта игра не настолько... Ни одна игра в серии не настолько кривая, как Хатори Кун. Таймани на саге тоже является частью серии Ниндзя Куна. Не знаю, кто это. Наверное, какой-то персонаж. Непонятно откуда. Который тоже в красном ходит. Или что? Я говорю это, потому что эти все игры от одной компании. Вроде бы. О, я не знал, что можно их уничтожать, эти шарики. Ух, чуть не раздавило. Отлично. Спланировано. Злодей потирает руки и говорит: «Ес, я так и знал, что рандомные летающие вверх и вниз шипы смогут остановить этих негодяев». Какой-то чувак, какая-то голова в противогазе. Вау. Потрясающе. Нет, не думаю, зрёк Камикадзе. Я, конечно, не могу с уверенностью заявлять. Мне кажется, что все-таки это не то.
Мне кажется. Блин, закон точно имеет отношение к этой игре, мне кажется, другая серия. Я точно не уверен, но, блин, там какие-то вроде две серии, но про одного и того же персонажа. Как-то вот так. Как-то вот так. По-моему, там типа две серии, которые про одного и того же персонажа. Что-то такое. Я точно не уверен, какая там ситуация. Я знаю, что на NES есть еще одна есть игра, которая называется Ninja Kun. Вау, это что сейчас было? Три ванапа? Мощно. Серия Валис до Хентая скатилась. Я в таком не разбираюсь. Тут везде жизнь. Ну что ж, они тут нужны. Так, ладно, у меня есть бумеранги. Уничтожить треугольную фигню падающую. Эх, Шэдоу Пупер бывший, кстати, продолжит ретроспективу по Валису. Кстати, этот товарищ причастен к моему экспириенсу третьего Мегамена на Яве. Это давным-давно, миллион лет назад. Когда я играл на Яве, когда у меня не было компа, я играл на Яве в мобильных Мегаменов и дошел до третьего. На сайте, с которого я его качал, была еще одна версия. Там была обычная версия. Нет, тут нельзя фармить. Тут три жизни просто идет в этой точке. Там была другая версия, потому что, типа, кому-то не понравилось качество музыки. Ну, качество официальных 8-битных... Ой, качество официальных каверов музыки из третьего Мегамена на Яву. И кто-то заморочился и заменил... сделал кастомную версию, в которой заменил... блин. В которой заменил музыку на более качественные миди-каверы. То есть на Яве же миди только. Вот, и этот кто-то, кто сделал эту версию, это именно этот самый Меха Шэдоу, потому что в начале, перед запуском игры, его лого вылезало. Так что я точно знаю, что это он. Такой вот... Такой вот мир тесен, что называется. Я еще тогда прикололся и написал в теме обсуждений ему просто одно слово. Адвокат. И он сразу понял, о чем я, но сделал вид, что не понял. Ладно, надо тощить. Раз тут дают кучу жизней, грех сюда не вернуться. Из этой коробки три жизни выдают. Тут нечего фармить, потому что больше ничего не дадут. Вот сам адвокат какой-то другой.
Этот, у него был UTPMV, типа музыкальный ремикс на этого, который орёт, адвокат. Только там кавер на 9-го Мегамена, там какой трек из 9-го Мегамена. Я его как-то давно слышал и... Не знаю, как-то он постоянно в памяти всплывает, хотя... Мне музыка из Мегамен 9-го не так, чтобы особо-то нравится, на самом деле. Окей. Это более резкое. Более резкое. Это был твой первый пуп? Возможно. Возможно. Я не уверен. Историю своего знакомства с этим искусством я не припомню точно. Он еще один мусс-пуп сделал про адвоката, и потом на первом канале показывал. Серьезно? Пупы показывали на первом канале? Вот это прогресс. Я не думал, что такое возможно. Вообще, на первом сейчас такое показывать, что лучше... Лучше бы просто крутили самые отборные пупы на ютубе. А чё за пуп? А пусть говорят. А пуп был с этой же самой передачи «Пусть говорят». В каком-то выпуске «Пусть говорят», где была подборка смешных мелас интернета. Их, по-моему, даже несколько было, Риан, таких выпусков. Там было... Называлось «Авторжот». И их, по-моему, было несколько штук. Как минимум два. Там всякого Попова приглашали, там еще кого-то. Этого, блин. Еще кого-то там приглашали. Попов там про огурцы свои рассказывал. Пипец, блин. Где цифра жизней? Ух. Мне кажется, игра нас накажет за жадность. Лучше не умирать. Да, был. Назов Фокс. Мне больше этот эпизод по пупу запоминается. На него же. Есть очень смешной пуп на этот выпуск. Так, там, где этот Максим Голополосов сразу же начинает материться, как только оказывается на телевидении. Ладно, что у нас здесь? Ядрить. Усы. Вот они. Финальные усы. Но это чисто... Доктор Вайли. А что делать? Куда запрыгивать? Только я могу по башке попасть. Нет. Запрыгнуть. Блин. Разбеги. Да блин. На нее нельзя встать, от нее отскакиваешь. Слишком. Ну вообще дико видеть в на первом канале вот эту фигню всякую интернетовскую. Сейчас там это ввели в обиход, только там показывают всякие безобидные видео про собачек и кошечек. На первом канале какая-то там передача есть, там показывают всякие смешные видео про домашних животных или там про детей, еще что-нибудь. Финальный босс лох. Как ты? Откуда у тебя такая сила? Я не должен был тебя недооценивать. Как каким-то образом внутри моего сердца
появляется какое-то чувство непонятное. Только боли я всем принес. Теперь я верну мир. Я верну мир. Окей, классный финальный босс. Финальный босс легче, чем первый. Первый босс, мне кажется, самый сложный в игре. Внезапный поворот, да. Плюс 100-500 как бы жив на самом Ютубе. Плюс 100-500 на перце показывает. Кому нужен Ютуб? И он показывает на перце. Я как-то ловил его. Вернётесь на землю, как великие герои. Круто. О, снова то же самое. Рекурсия. Не доели мороженки на Луне. Смотря на спутник Луны. Но эта Луна тоже не синяя. Давай второй круг. Это не Канами. Это только у Канами вторые круги везде. Да, свой ничего не могут сделать, тяну готова с Ютуба. Мне нравится там просто, я не знаю, насколько легко туда попасть. То есть показывают видео, там какая-нибудь собака стоит. И потом сразу же, приглашаем в студию, приходите, приходите. И все это приходят с этой собакой. И все. Вот какую-то дичь, просто фигню какую-то покажут. И сразу, о, приглашаем в студию. Зачем? Ой, у вас собака, да? Она лаять умеет? Она собака? Уши есть у нее? Хвост можете показать? Смотрите, ребят, смотрите, видите, это собака. Ух ты. Вот такая примерно передача там это на первом. Или кот. Или две собаки. Потом голосуют, какая собака или кот смешнее. Может быть, пивко, я не знаю. Я не смотрел до такой степени. Дайзер Камикадзе, возможно. Блин, ничего не нажимается. Все кажется. Ладно, ниндзя слился. Да, мы затащили сегодня. Котопёс. В реальности лучше не надо. Время рулетки? Нет, ребята, не время рулетки. Так, сколько время? Времечко еще рановато. Время Мегамена? Неа.